Ох, сколько же хейта я словил, когда выложил ролик о том, что шью сумки Hermes Birkin. С полным энтузиазмом заливаешь видео в сеть, и тут начался шторм. Ты вор, плагиат, создай свой бренд. Он говорит, что шьет сумки, а на видео женские руки. Это китайская женщина. Люди в комментариях даже объединились, чтобы найти эти фрагменты. Проницательность комментаторов невероятна. Я вас обожаю. Ну а если я выложу сразу все карты на стол, то в ролике не было бы изюма. Я убежден в качестве своих изделий, потому что у меня есть хоть и небольшая, но команда профи. И кстати, в Голливуде уже как лет 5, даже больше, идет настоящая охота на мастеров, которые умеют шить неотличимые копии сумок Hermes.